1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всем привет! Сегодня у нас началась последняя неделя учебы перед каникулами. И сегодня мы пишем тест N3. И по результатам этого теста нас распределят в новые классы с начала следующего учебного года, который здесь стартует в апреле. Ты что-то хочешь сказать? Еще сегодня первый день, когда в Японии можно не носить маски. Точно. Посмотрим, что изменилось. Пока что ничего. Быстрое интервью. Ты готовилась к тесту? Нет. Врешь, вчера повторяли грамматику. Ну, повторяли, ну, я не считаю эффективным повторять прямо перед экзаменом что-то. Ты, если уже в процессе учебы что-то запомнил, то ты это помнишь. Если ты это повторяешь бесконечно и не запоминаешь, то смысла нет. Все, мы приехали. Спасибо за короткое интервью. Чтобы не перепутать свой зонтик, так вот перевязала его резинкой. Теперь я его помню. Нас даже не рассадили для сегодняшнего теста. Обычно рассаживают. Сейчас сидим почти так же, как обычно, только немножко раздвинули парты. Я хочу уйти в 4:20 до конца дозаниматься. А ты? Я хочу уйти в 4, ровно 4. Когда можно уйти, сразу уйти. Почему? Зачем сидеть? Ты хочешь в класс для глупеньких? Да, я хочу в тупой класс. Я не хочу с умниками быть. Я тоже. Они меня все достали. Я хочу в класс для глупых со своими друзьями. Они с дебилами умные. Я хочу просто уйти в 4. Вот этот умник нас покидает, наш любимый умник. Нет смысла. Читает свои фанфики китайские. Мы дописали наш экзамен. И что мы можем сказать? Что это отстой. Когда экзамен, нас отпускают пораньше. И мы можем спокойно пообедать перед работой. Покупаем такие штучки. Куриные кусочки уже готовые, в соусе, просто замороженные. Их надо просто разогреть. Очень вкусные. И еще ставим вариться рис. Он сам варится, пока нас нет. Кстати, почему мы чаще всего едим рис, а не какие-нибудь другие гарниры? Хотя мы не азиаты, но мы быстро привыкли к рису, потому что он варится сам. Ты его ставишь, все туда заливаешь, закидываешь, включаешь программу, которую тебе надо, и ставишь на время, которое тебе надо. Допустим, там ты придешь через 3 часа, ты ставишь через 3 часа, мне свари рис. И он варится сам, и вообще ничего не надо делать. Всегда вкусно варится. Вообще, сам готовит еду. Офигенная штука. А что я хочу про экзамен сказать? Что было сложно, но это нормально, потому что, получается, мы писали экзамен на 3-й уровень, а мы его только, грубо говоря, наверное, только половину вот этого уровня изучили-то. А мы писали полноценный этот экзамен, как бы официальный пробник. И то, что было сложно, и то, что я много не знала, это нормально, я считаю. Как бы никто не ждет 100% ответов. Люди говорят, еда в Японии странная. Еда в Японии. Маринованные огурцы. Вот мы и вернулись домой после работы. Время почти 1:30. Кошмар. Жесть. Сказать перекус таксиста чек или это кринж? Перекус таксиста чек. Для начала пробуем какой-то супер новый чай Липтон. Я люблю покупать всякие разные. Я люблю покупать всякие разные новые напитки и пробовать, потому что в Японии их много-много, и все сезонное, интересное. Не всегда вкусное, но всегда интересно пробовать. Переключаемся, что у Кати.
У меня очень вкусная скумбрия готовая. Вообще, сейчас подогрею, вам покажу, какая она на самом деле. Она такая вкусная. Нереалка просто. Еще салатик взяла. Капуста, кукуруза и... Как это? Ветчина. И огурец. Ну, что-то, короче, все, что было. Это прям с нашей работы. Да, еще салатик взяла фунчоза. Ну, просто фунчоза совсем на свете. Чуть-чуть курочки, чуть-чуть омлета. Огурцы. Ну, фунчоза, короче. Вот. Не знаю, я сейчас какой-нибудь из них съем. А может быть, и два. Возвращаемся к тому, что у меня. Вот такой вот удон, самый обычный. И попробовать корейскую курицу. Никогда такую не брали. Она офигенная. Конечно, ее очень мало, как и всего в Японии. Но она офигенная. Посмотрите, какая она классная. И она, мало того, что красивая, она очень вкусная. Очень свежая. И очень такая жирненькая. Она вообще вот кайфовая. Как будто только-только ее выловили, только-только пожарили. Прям так обдали костром. Ну, это вообще нереалка. А этот салат пахнет Россией, потому что он пахнет майонезом, капустой и кукурузой. Спустя неделю после съемки видео мы его наконец-то смонтировали и выложили. И сейчас вот пересматриваем, так сказать, проверяем на кринж. Как мы всегда делаем после видео. Вот если вы не видели, смотрите. Потому что вроде как... Вы видели, пересмотрите, поставьте лайк, если забыли, напишите комментарий. Да, лайк, комментарий, репост. Если у вас есть какие-то еще вопросы, задавайте. Потому что вроде как вышло очень даже информативно. Очень информативно. Готовились мы к тому, чтобы выходить на работу. И тут к нам звонок в дверь. Да, наши друзья-соседи принесли нам шоколадки. Сегодня белый день, когда... Мальчики дарят девочкам ответные шоколадки после Дня Святого Валентина. Ну, такая прелесть, пипец. Такие красивые упаковки. Да, стоит так сказать. Приятно! Стоит сказать, что это наши одноклассники, не просто соседи. Вот. И что мы им ничего не дарили на 14 февраля. Да. Но все равно очень приятно. Еще и разные. Так мило. Да, очень мило. Будем вечером после работы пробовать. А сейчас идем пахать смену на заводе. Завод. Снова идем на работу. У нас сегодня выходной от школы, потому что вчера мы писали экзамен, и сегодня выходной. Мы спросили, почему. Нам сказали, потому что вы потрудились вчера на экзамене. Сегодня нужно отдохнуть. Ну, отдохнули, не знаю. Ты отдохнула? Нет. Я тоже нет. Идем на работу. Из последних новостей, которыми хотелось бы поделиться, в Японии птичий грипп. Поэтому у нас здесь истребили какую-то популяцию куриц. Сколько-то там 100 или 200 тысяч голов. И из этого у нас теперь очень дорогие яйца. У нас их нет теперь. Да, их вообще мало в магазинах. Яиц мало. Яйца стоят теперь 300 с лишним йен за десяток. Это 150 рублей. Даже больше 150 рублей. Ну и теперь бедные студенты голодуют. Да, да, жрать нечего. То коронавирус, то птичий грипп. Что следующее? А, да, кстати, как можете видеть, я в маске, потому что маски отменили, но японцы все равно все абсолютно в масках. И, ну, я в маске хожу, потому что, когда я не успеваю накраситься, мне просто психологически не хочется, чтобы на меня кто-то смотрел, и я надеваю маску. Кто не ходит без маски? Потому что я устала от прыщей. Мы 6 часов на работе в масках. И поэтому я использую каждую возможность ходить без маски. Например, на улице, как нормальные люди должны. Ну да, ну я не знаю. Меня, конечно, тоже уже прыщи от маски замучили, но я не могу. Я привыкла. И вот этот психологический момент,
имеет место. Меня каждый день радуют вот эти вот цветочки по дороге на работу. Вот они растут просто... просто под забором. Их никто сюда не садил, они растут. И они такие яркие. Ой, блин, падаю. Яркие. Такие классные. Еще вот здесь нарциссы, да, растут? Смотрят на дорогу. И просто сзади растет гиацинт. Откуда он здесь? Почему? Я так люблю, что в Японии очень часто красивые цветы растут просто так. Вот там через дорогу у людей в саду просто цветет магнолия огромными цветами, но уже, видимо, опала. Но все равно красиво. Я хочу где-нибудь встретить прям большой красивый куст дерева магнолии. Давай прогуляем работу. Ну, у нас рядом нигде нет. Когда идем на работу, такой красивый закат всегда. Ну, всегда, когда не ночь, сами понимаете. Редко. Еще забыла сказать, почему японцы не сняли маски. Это потому, что у них у всех почти аллергия в этот сезон. Вот в марте-апреле цветет кипарисовик, или как-то так называется дерево. И у него очень много пыльцы. Она очень аллергичная, аллергенная. И она практически постоянно в воздухе находится. И у многих аллергия. И поэтому японцы всегда, и до коронавируса, всегда вот этот период носят маски. И носили, и будут носить. И самое интересное, что даже не у японцев тоже есть эта аллергия. Я никогда бы не подумала, что у меня будет какая-то аллергия вот на что-то такое, на какую-то пыльцу. Потому что, ну, я всегда как бы нормально относилась к цветам, и они ко мне нормально относились и не убивали меня. А тут я поняла, что я вообще очень чувствительна к этой пыльце, этого дерева. Или что это? Может быть, это не дерево, я даже не знаю. Ну, в общем, я тоже пополнила ряды чихающих японцев, которые везде с соплями, с красными глазами, слезами. Поэтому мы все еще в масках. Пока мы переодевались в рабочую форму, в раздевалку зашла японка, тетя, которая здесь работает, и очень сильно напугалась, потому что она подумала, что я мужик. Она говорит, слишком высокая. Я напугалась, что у нас в раздевалке мужчина. А ты женщина или мужчина? Я миньон. Перед тем, как зашла тетя, мы очень сильно хотели рассказать про то, что мы взяли здесь какое бенто. Да. Если вы едете в Японию, ищите подработку на первое время, если вы не знаете языка, на хорошую подработку вас не возьмут. Но вас возьмут во всякие заводы, Макдональдс и все такое. И все, что связано с общепитом, чаще всего дает вам право брать какие-нибудь остатки еды или там просто какую-то еду бесплатную за какую-то очень копеечную сумму. Пользуйтесь этим. Это очень хорошо экономит деньги. Реально. Это очень хороший лайфхак. Да, вот такой мы взяли. Прям как будто бы мы ужин готовили рис, да, рыбка. Практически каждую смену, 3 раза в неделю, мы можем не готовить ужин, не тратить деньги. Просто берем себе такой набор и все. И, кстати, очень вкусно всегда. Сегодня среда, мы учимся, идем смотреть наши результаты по экзамену. Наверное, уже проверили экзамен. Сегодня такое солнышко, тепло, лето. Мой любимый китаец, с которым я сижу, заболел гриппом. Это брал у меня 2 последних дня с ним. Он уходит после этого года. Anyway. Мы сейчас разберемся с результатами экзамена, и после этого у нас будет презентации про самые любимые вещи. У тебя про что? Про телефон. У меня про кошку. Вот. Наше заключительное задание для этого учебного года. Грустно без китайца? Грустно без китайца. Плачем. Сейчас мы напишем. В
Главное, чтобы у нас не было гриппа. Нам сказали, что в каждом разделе экзамена нужно брать определенное количество баллов, и в сумме больше половины. Оскар goes to... Ну давай быстрей. 31, 34, 45, 110. Сдала. Молодец. 61. Я сдала N3. Зачем? Девяносто семь. В первом 28, во втором 35 и в третьем 34. Получается, у меня, ну, как обычно, нормальный аудитория, но все остальное по половине. Половину знаю, половину не знаю. У меня все чуть выше половины. Но у меня плохо в первой части, в которой, кстати, я была больше всего уверена. То есть в канте. У меня практически так же плохо. Чипсы с икрой морского ежа. Если что, у нас перемены, и мы вышли взять перекусить что-нибудь. И купить шоколадку нашей учительницы. Потому что вышло очень смешно, что ей одной не досталась шоколадка. Наши ребята превратили белый день 8 марта и обделили ее шоколадкой. С карри? С карри. Ну, давай попробуем. С алкоголем нельзя и брать. С heart? Ну, давай. Выступило три человека, и всех трех людей любимая вещь — это смартфон. Сиди. Совсем, что может пригодиться, если там все отключат, завалит тебя землетрясение. Давайте посмотрим поближе, что там есть. На коробке набор. А, вот. Фонарик. Складной туалет. Ну все. Зубная щетка. Одеяло. Ну то, что вода. Здесь у них в специальном наборе маски есть. Мне кажется, что их раньше не было. Хотя... Даже этот одеяло есть. Да, плащ, перчатки, отвертка, ну. Так у Сангутс, я бы сказала. Да. Ой, вода, кстати, которая дома должна стоять.
который долго не портится, вот он до 27-го года. Просто вода, просто может, ну, могут отключить воду, если землетрясение. Да, кстати, про землетрясение. Сегодня было? Сегодня утром. И вчера в 5 часов утра было. Или позавчера. И сегодня утром в 6 часов тоже. Я проснулась от того, что я такая... Вот так вот на кровати делаю. Как раз вспоминали про то, что яйца все подорожали из-за гриппа. Вот. И десяток сейчас стоит 267 йен. А обычно, по-моему, меньше 200 йен. Ну ладно, возьмем. Мы берем пиво сак с вишней. Новый вкус вишни. Вот стоило Катю одну оставить, пока я самое важное беру. Мы в прошлом видео мельком показали, как мы едим вот такой вот pork buns. Как это называется правильно? Никуман. Никуман просто? А по-русски? Я забыла, как называется по-русски, не знаю, нет. Я называла просто на всех языках, кроме русского. Короче, вот такая штучка, ну понятно, что она себя представляет. Вот, и мы ее распробовали в 7-Eleven. Сейчас хотим дома приготовить. Ну как приготовить? Разогреть просто правильно. Есть 4 с мясом, есть 2 с мясом, 2 с пиццей. Я хочу 2 с мясом, 2 с пиццей, чтобы попробовать, что лучше. 2 с мясом, 2 с красными бобами. Бобы пока подождут. Последний урок в этом учебном году. Последние минутки. Что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что нам выдали успеваемость. У меня вот оценки за первое полугодие, вот оценки за второе. А ты отличницей стала? Я стала отличницей и сама не понимаю, как. Почему я была троечницей, я тоже не знаю. Но у меня... Тоже я была троечницей. Тут вообще 44 у меня за чтение было почему-то. Вот, рассказывай, что тут дальше. Ну вот здесь написано мое имя, там, наша классная руководительница, мои оценки там. Это слушание, говорение, писание, чтение и все вместе. Вот первое полугодие, второе полугодие. Потом все экзамены, которые мы писали на все уровни, и официальные, и просто внутренние школьные. Все баллы можно посмотреть, как ты лучше становишься. Вот это официально GOPT, да, или вот нет? Это официально. 5 декабря, да, мы писали? Да. Ну ладно. Я, по-моему. Да. Точно? Ладно. А в конце еще написан комментарий от учителя там. Ну, ты молодец, хорошо справилась, там хорошо писала тесты, но больше там говори. Это вот предыдущий, да? Да. А это новый комментарий. Мы сейчас посмотрели доклады про разные страны. Я немножко сняла. Да. Что ты думаешь? Да прикольно. Ребята рассказывают про свои страны родные. Угощают тайской едой. Офигенно. Я люблю, когда рассказывают про страны. Да, как будто смотришь маленькое шоу «Жизнь других», ага. Только с настоящими людьми, которые там живут. Вот. Мне очень нравится тайский акцент. Он вообще милашный. Вот. И про Китай послушали, про Тайвань. Вот у нас тут еще люди все сидят, еще смотрят по 1000 раз, пересказывают свои доклады, потому что люди подходят в разное время и просят еще раз рассказать. Вот, вот про Монголию, Китай, вот что-то Тайвань полег немножко. Нам сказали, что есть что-то не острое в тайской кухне. Пробуем. Ощи. Давай,
нас очень смешно встречают. Видимо, что никто не потерялся. Девушка, которая сидит на участке, сидит вот так вот сверху и всех мониторит, как мы здесь стоим. Выдали наши билетики. А, хай. У нас что, первый ряд? Как на концерте Мамаму. Так выходит, что наш класс на первом ряду. Так удивлены, честно говоря. Не ожидали такой чести. И вот так вот мы будем смотреть все, что здесь будет происходить. Пока что сами не знаем, что будет. Кроме того, что мы будем петь песни все вместе. Вот мы и сидим здесь. Ждем, когда объявят наш Оскар. И самую лучшую успеваемость. И самую лучшую роль. И мы сидим в school. Вот. Твоя предоскарная речь. Всем спасибо. Всем пока. Внезапно получили подарочки от нашей подружки-одноклассницы. Мини-сайз. Наша подружка сегодня в национальном японском костюме. А как сказала Катя, персу не сняла. Перса — это жизнь. Хирей. Бьюти-салон прям на первом. Ваташи мохуши. Ты моды кинай. У нас сегодня работа, мы не можем. Чего только рады кинай. Наша любимая преподавательница сегодня тоже. Я кайфую. Кирей. Фотографируются все те, кто выпускается в этом году. Наш один друг где-то там. Я не вижу, где он. Ниэ класс. Гвенти нон. Таскадако ва Анастасия. Прасато Сакпон. Я заплакала, когда вызвали нашего друга, как будто это мой сын выпустился. Мне дали награду одну из всего класса за самые лучшие старания. А мы до меня. Получу подарок и рад, да. Спели мы, конечно, так учили эту песню, так ее кричали всю неделю. Мы вместе с Фомой учили эту песню, в итоге все текстом мы только запомнили 365 дней. Хочу показать, что было в этом пакетике с небольшими подарочками для первоклассников, первогодников. Вот, вот такой вот набор сладостей. Это какая-то печенька. Вот это не знаю, что такое, похоже на безе. Как ты думаешь, что это? Вот это печенька, вот это безе, да, как будто бы. Это похоже. Кексик? А, ну да, печенька. Печенька. И вот еще что-то. Это кофе, наверное. Вот такой вот набор к каждому. プレゼント抽選会を行います。皆さんにいいものが当たるチャンスがありますからね。最後まで楽しみにしていてくださいね。
先生お願いします。え、誰？お願いします。あ、hello, excuse me. Excuse me. Any good restaurant here? Good restaurant? お兄ちゃん、イングリッシュの人？あ、This street, walk please. ハンバーグ屋さんあります。ハンバーグ、ビーフステーキ、ピザ、グッドテイスト。あ、コーヒーショップあります。コーヒー。コーヒーゼリー、リンゴジュース、サンドイッチ、フットテイスト。Говорят нам сразу подумать про то, как мы будем выпускаться в следующем году. Мы ставим, что эта песня станет нашей. Выкатывают подарки для лотереи. Мы сейчас все заберем. Все заберем. Давай, 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 давай. Я хочу массажер. Там есть что-то, что-то для старых людей. Что-то для старых людей. Это нам надо. Фамути. Максим Зал. Итвино. Мою подушку забрали. Да, я... Наш сын победил. Го, го, го. Кетл, кетл. Осталось так мало подарков. И нас еще не выдали. Почему? Забрали 5000. Фен выиграли, наконец-то. Наконец-то вьетнамцы получили. Вьетнамцы так сильно хотели фен. Так, ничего мы не выиграли, но ничего страшного. Синдо демо, камбатте кудасай. Хай, соледева, нибу, соцгёшики но нибу о чурио итасимас. Когда приходишь на работу хоть с каким-нибудь макияжем, всегда все девчонки, женщины, которые здесь работают, подмечают. Я сейчас пока дошла от входа до раздевалки. Все сказали: вау, как красиво, вау, как красиво, как классно. Вот и наступили выходные, и выспавшись, мы стали такими добрыми, что мы приготовили для нас и для наших соседей блинчики. Вот. Для тех самых соседей, которые угостили нас шоколадкой, и для других наших одноклассников. Не менее любимых. Да, не менее любимых. Вот. Сейчас понесем. Правда, у нас завтрак в 3 часа дня. Но ничего. Ничего. Начались каникулы. Ожидайте новых интересных видео.